Ребенок, который попал в реанимацию после укуса каракурта, пошел на поправку. 8-летнего мальчика перевели в отделение. Симптомы отравления, потливость, боль в ногах и животе еще налицо. Но жизни ребенка уже ничего не угрожает. Вечером сын играл на улице, забежал и говорит, что его что-то укусило. Я на рану быстро посыпала соль, посмотрела в тапочки, а там уже раздавлено какое-то насекомое. Потом он начал сразу хромать и жаловаться, что ему не хватает воздуха. Мы вызвали скорую. Похожая история еще у одного малыша. Его доставили в больницу ночью 28 июня. Всего же в токсикологическом отделении сейчас 11 пострадавших от укусов каракуртов. В этом году пострадавших от укусов пока немного – 41 человек. Никому из них во время лечения сыворотку не делали. Врачи говорят, что сейчас есть более эффективные методы. Укус каракуртом протекает очень тяжело. Особенно вот жаркое время токсичность этого яда увеличивается. Чем больше жарко климат, тем больше, значит, ядовитость этого. Сыворотка очень опасна иногда. Почему? Потому что от сыворотки бывают многочисленные осложнения. Даже порой бывает аллергическая реакция, вплоть до смертельного исхода. Но мы в своей практике сейчас остерегаемся вводить сыворотку. Сыворотка, без сыворотки, это один из просто названия звучит так. А так особого эффекта мы не чувствовали. Эти черные пауки с красными пятнами кусают чаще тех, кто пренебрегает элементарными правилами, говорят врачи. На полях и огородах нужно работать в одежде с длинными рукавами и закрытыми ногами. Жителям домов, которые расположены на окраине Шымкента, тоже не стоит ходить босиком, а спать на улице только с защитной сеткой.